Еще один человек погиб, чтобы помочь мне. Как мне отплатить умершим за их подвиги? Всем привет, мои дорогие друзья. Мы с вами продолжаем проходить метро 2033. В предыдущей части мы пробирались через заслон в D6, и сейчас мы, кажется, попали в пещеру. К сожалению, один из наших спутников погиб, и это очень грустно. Но, к сожалению, не время убивать. Нам нужно продолжать двигаться. Так, впереди насосная станция и резервуар для сточных вод. Надо вскрывать дверь. Дайте мне пару минуток. Покажи класс. Так. 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 Пускай там пока скрывает, а мы здесь посмотрим. Еще секундочку. Есть. Нам, видимо, прям дают время здесь поизучать. Здесь вроде больше ничего нет. Готово. Открыто. Хотя, погодите, там что-то есть. Надеть противогазы. Оу. Так. Хотя, чувствую, мы туда не сможем все-таки запрыгнуть. Слишком высоко. Думаю, придется идти с ними. Хотя, честно говоря, меня прям соблазняет туда полезть. Да ладно. Ульман, проверь. Чуть что, сразу Ульман, несправедливо. Даже немножко уже соскучился по ним. Все чисто, заходим. Может, я эту серию снимаю чуть погодя уже. После предыдущей. О, сколько здесь воды-то? Печально. Давайте выпрыгнем. Негоже в такой водичке плескаться. Ну и что другому теперь? Никак, видимо. Там внизу есть проход. Нам туда. Другого выбора нет. Двинули по-тихому. Твари упыри! Пошел вон. Все-таки пока что будем тратить револьверные патроны. Потому что мне, ну, очень жалко, честно говоря. Патроны для калаша и дробовика. Нашим ребятам надо помогать как-то. Вдруг еще окочурится и уйдет от меня. Ау. Уйди. Блин, ау. Последние 4 патрона. А. Что умрите? Кажется, все сюда! Главное, аккуратнее, мужики! Аккуратнее! Проклятие! Огонь! Шо ты? А, еще! Отстань от него! Проклятый путь! Меня не трожь, гад! Крокодил морд! Уйди от меня! Еще пруд! А-а-а! Пошел вон! Так что ж ты какой живучий-то? А, это свой черт. Извини, мужик. Оказалось, что это кто-то чужой. Точнее, что это мутант какой-то. Похож немного. Так, там нету ничего. Ну-ка. Не, туда нельзя пройти. Жаль. Ну ладно. Почапали, мужики. Вот она. Эта дверь ведет в D6. Мы на месте. Похоже на... Сожри меня, упырь. Она закрыта. Что-то я не удивлен. Тут где-то наверняка есть пульт управления. Наверняка Артём, еще мы туда пойдем, осмотри, да? Осмотри комнату, живо. А, ох ты! Ау. Артём, с тобой все в порядке? Отлично. Мы попробуем до тебя добраться. А ты тоже поищи выход. Удачи! Ох, ёпти. Так, это мне не нравится. Так, что-то он... Ох, ёпти. Пошел.
Что это еще за тварь такая была? С оранжевыми глазищами. Ах ты ж! Живая еще гадина. Ах ты ж! Блин, валим, валим. А, так, сюда, сюда. Да, быстрее. Так. Блин, давайте вот эту штуку возьмем. Ах ты, ах ты, ах ты, ах ты. Так, 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 так. Фух. Ну ты и живучий оказался, гаденыш. Прям как библиотекарь. Ну тот хотя бы здоровый был, а этот какой-то слишком живучий для такого-то размера. Патронов-то не густо. Так, что у нас здесь? Здесь это у нас выход назад. Нам сюда. А, предкрыска. Ты еще не умерла в таких условиях. Не понимаю. Так. Ух. Так. И куда нам, собственно? Давайте. Так, явно не сюда. И не сюда. Ну давайте посмотрим, что здесь. А здесь тупик. Чё-то как-то... Не шибко много куда можно пойти. То, что тут идем, там. Ну ладно, пойдемте. Тупик. Ох, ёшки! Чёрт. Меня пугают эти звуки. Слушайте, а я не помню этого места. Предыдущий раз, когда я проходил, в общем-то, кажется, что этого места здесь не было. Я могу ошибаться. Очень ошибаться. Ой, как ошибаться. Не трожь меня, гад. Я невкусный. А. Не хочу я на него тратить патроны. Блин, пришлось. Беги. Беги. Беги, Артемка. Давай, дверь, открывайся уже. Артём! Сюда! Слава богу! Живой всё-таки! Степанов! Стёпу! Дьявол! Тише, тише! Что за... Там какой-то звук в тоннеле. Слышите? Что-то на нас идёт оттуда. Ой, забыл. Мне это не нравится. Так, так, так. Мне это очень не нравится. Это еще что? Похоже на автоматизированную систему. Я пойду гляну, что это. Так, я уж перед себя сюда обращаю. Чувство по поводу всего этого. Ну, это что поделать? Все чисто. Другого пути тут нет, так что вперед. Правда, честно говоря, не знаю, каким это образом в те годы такую автоматизированную систему-то делали. Следующая остановка — командный центр. Жалко, что еще одного забрали эти места. Все больше и больше народу погибает в нашем путешествии. Неужели мы нашли вход в легендарный бункер? Я никак не мог в это поверить. Но сколько человек отдали свои жизни, чтобы мы получили доступ к последним ракетам? Стоило ли это их жизней? О, надеюсь, что все-таки оно того стоило, Артем. Кажется, мы куда-то приехали. Противогазы, быстро! Опа. Артём, возьми мой запасной фильтр. Ну, спасибо.
Хотя у нас вроде бы и так все нормально. Аж 21 фильтр. По-моему, многовато. Хотя, может быть, они нам все пригодятся. Это похождение. Вот мы, собственно, и приехали. Патронов-то совсем нет, честно говоря. Очень грустно. И я не знаю, откуда взять. Надо где-то найти их. Может быть, вот там где-то есть. Или где-то еще. Эй, поаккуратней там. 20 лет без техобслуживания не всякая советская военная техника вынесет. Под ноги смотрите. Тебя тоже касается, Артём. Что-то все слишком просто. Центр управления должен быть где-то тут. Осталось его найти. Ульман, Владимир, будьте начеку. Никогда не знаешь, чего ждать. Артём со мной. Есть! Есть! Хорошо, товарищ командир. Веди. Там висе. Ладно, потопали. Надеюсь, что в вагончиках я все-таки найду патроны. Хоть какие-нибудь. А то 21 патроном-то особо не навоюешь. Полупустой обоймой Калашникова. Чувствую, нам патроны пригодятся. Где-то электричество, что ли, искать, судя по звуку. Нравится. Да, что здесь? Да, вроде ничего нет. Ну, пока смотримся, пока он там открывает. Здесь ничего полезного не пропустим. Для важного. Хотя вроде бы нет, он там пока что еще. Ой! Ой! Ау-ау-ау-ау! Ау! Фух! Ау! Черт! О, черт, она меня. Знаешь, так я примерно все себе и представлял. Со времен моей службы в армии ничего не изменилось. А этот комплекс будет постарше меня. Не то слово. Он явно строится, так, наверное, где-то в середине. Тут наверху должны быть воздушные фильтры. На экстренные случаи. Раньше все строили на века. Думаю, система все еще работает. Надеюсь. Так, ладно. Не будем от него уходить, пожалуй, пока что. Тут вроде плантов нету нигде, но тем не менее. Надо быть поаккуратнее все же. Упырье вымя! Свет отрубился! Не кричи, Ульман. Упырей накличешь. Работает? Не? Или нам опять куда-то бежать придется? Ух ты, слушайте. Кто-то явно отстреливался от кого-то. О, тут что-то есть. Эй, мельник, что случилось? Патрончики, ура. Да ничего хорошего. Перехвалил технику. Теперь придется запускать систему вручную. Там где-то есть запасная пусковая система. Поднимись-ка на тот мостик. Потом объясню, что делать дальше. А на который мостик? Черт побери, дверца, закройся. Так, видимо, куда-то сюда идти. Ну, потопали. Артём! Там должны быть 4 стартера! И что мне с ними сделать? Чтобы завести этот хренов агрегат, сначала надо открыть все кожухи, отодвинь крышки! Хорошо. Два. Видимо, их в определенном порядке надо. По сигналу. Ау! Ой-ой-ой, бежим. Ага. Вроде нажали. Ну. Вроде ж нажал. Там с тобой все в порядке? Ты чего молчишь? Или держать надо? А, удерживать.
Четвертая! Хорошо, я бегу. Держать надо, оказывается. Ну ладно. Вторая! Опять вторая. Хорошо. Надеюсь, не свалимся. Первая кнопка. Жим. Вторая вылетела. Да погоди. Третья кнопка. Вторая. Да. Что-то вторая самая проблемная, по-моему. Первая кнопка. Да. Вторая вылетела. Да что ж тебе не нравится-то? Вторая. Да, нажимаю. Четвертая. Еще немного. Да, я ж нажимаю. Ну, черт побери. Во. Третья кнопка. Во. Давай. Фух. Ну, с Богом. Давай к нам. Сейчас. Ура! Иду. Слушай мою команду. Все на платформу. Ох, ёшкин. Ух ты. Ну ты скоростной. Иди в большой спорт. Ой, спасибо. Всегда мечтал. Патронов. Давай, пуск. Нет. Ну? Ничего не выходит. Давай же, еще раз. Ай, безнадега. Проклятие! Стоп. Ух ты. Прямо как в старом добром кино. Кажется, заработало. Это хорошо. Эй, полковник, что случилось? Все в норме. Артем, уходим. Хватит играть с аппаратурой. Ну ладно. Там сюда? Хорошо, идем. Там какой-то P3 термозатвор, кажется. А, сюда. Доехала. Давайте посмотрим, что здесь есть. Может, где открыто. Что, простите? Кажется ли, здесь звонил телефон? Серьезно, здесь, по-моему, звонил телефон. Ну-ка, вот здесь и что? Маловероятно, конечно, что что-то прям таки нужное. Здесь нет ничего. Может быть, мы, конечно, сюда придем еще, но явно не сейчас. А вот звук телефона меня немножко смущает. По крайней мере, точнее, пугает, я бы сказал. Не должен же он звонить здесь. Ладно, поехали вниз. Давай! Слава богу, нам не надо спускаться до самого низа. Чую, там что-то неладно. Да. Аниму можно прицеливаться все-таки. Да, тут прям-таки бой, видимо, ожесточенный шел. Только не знаю, с кем же они здесь воевали-то. Ну, называются те, кто был здесь. Нам бы найти патроны у них. Нам сюда, что ли? Ну, хорошо. Ульман, налево. Профессор направо. Артём, прикрываешь меня. Хорошо. Патрончик какой. Если все карты составлены верно, нам туда. Но как нам ворота открыть? Есть идеи? Артём? Да понятия не имею. Может, запустить эту штуку? О, да, я угадал. Давай, родименький, езжай. Давай, тарань ворота. Молодец. Хорошая машинка. Отлично, парень. Пойдем посмотреть, что здесь. Здесь какой-то центр вроде бы. Что, теперь тихо. Здесь? Пошли. Нет, с той стороны только.
Ладно. Никаких проблем. О, еще патроны. Слушайте, а ведь как-то, по-моему, можно пользоваться вот этими вот патронами, да? Если я не ошибаюсь. Ну, имеется в виду, которые хорошие. Ух ты, слушайте, а вот здесь вот, похоже, народ сидел. Точнее, должен был. Ульман, держи дверь. Владимир, это твоя тема. Здесь что явно. Уже никого нет. И будет ли здесь кто? Давайте пока осматриваться. Может, что найдем полезно в нашем нелегком деле. Это я так называю старые. Ау. Дай-ка соображу. Инструкция А-124, третья страница. Старые компьютеры. Панель ДС-22. Ах да, вот же она. Товарищ полковник, что там на экране? Великолепно. Нет, не зря я учился всей этой ахинеи в армии. Товарищ полковник, экраны как? Железная память, Володь. Я всегда говорил, что от армии должна быть какая-то польза. Заработало! Ай да оборудование! Так, а теперь займемся ракетами. Ура! Ах ты, черт. Не пугай меня так. Первый уничтожен. Второй не боеспособен. Третий не боеспособен. Да быть этого не может! Вот, вот он! Один есть! Сейчас я выцарапаю из него всю информацию. Отлично. О, хотя бы один рабочий. Какого так. Дьявола? Что произошло? Похоже, питание отключилось. Твою мать! Резервная батарея села. А что с основным питанием? Ну, кажется, реактор выключен. И отсюда нам его не запустить. Придется спуститься на самое дно и стартануть его вручную. Судя по схемам, ничего сложного. Там все на автомате. Пойдет как по маслу. Я вот этот... Издеваешься, что ли? Как ты собрался вниз-то спускаться? Ну, там лифт вроде есть, этажом ниже. Проблема в том, что нам придется тут все отключить, даже аварийное освещение, чтобы ему напряжения хватило. Если другого выбора нет, давай так. Спасибо, Володя. Будь здесь. Следи за приборами. Мы быстро. Артем, Ульман, за мной. Интересно, как он здесь вырос. К сожалению, мы сейчас не можем остаться и полюбоваться этим живучим ростком. Так, что там? Мне не нравятся эти звуки. Что это? Стреляй по второму. Что это за хрень такая? Там еще одна, кажется. Да, вон она. Проклятье. Знал ведь, что так легко ничего не пройдет. Ульман, вернись к Володьке, прикрой его. Если что случится, я отправлю Артема. Ну, удачи всем. Фух, пойдем, что-то мне не нравятся эти желеобразные. Даже не знаю, как их правильно назвать-то. Какие-то зеленые. Блин, честно, у меня даже слов как-то нету, как их описать. Нормального-то. Здесь ничего нету. А, нет, ну, есть патрончики. И это хорошие патрончики. Слушайте, вот эту штуку здесь валится, можно взять. Я, конечно, не думаю, что он лучше калаша, но, блин, его прям так нам упорно всовывают. Ты к тому же в самом начале она у нас была. А ладно, давайте с ним побегаем. Черт с ним. Мне она нравится. По крайней мере, внешне. Там что-то светится зеленым, мне так кажется. Там как раз находятся эти самые желейные слизняки. О, я нашел слово. Для того, чтобы описать их. Да, похоже, они где-то именно здесь. Я все равно их не вижу, честно говоря. Хотя, может, это просто свечение зеленое. В общем, не знаю, увидим. Так, кажется, приехали. Так, и там.
Сейчас направо надо. О, смотрите, сколько. Дьявол. Что? Лифт-то здесь. Да дверь заперта. Придется идти в обход. Вперед, но аккуратно. И прикрываем друг друга. Меня этот пуп спугает, честно говоря. Ладно. Пошли. Так, кажется, я правильно делаю. Так, давай ты этих товарищей убиваешь. А я вот куда они появляются. Блин, сколько же их тут, а? Уйди, уйди. Ау. Во что я вляпался такое? Что это за... наросты, черт побери. Пугающая штука. Ульман, не ходи там. Ой, тут ты ж не Ульман. У вас, товарищи. Ау! Сзади, что ли, подкрался. Так, нет, хватит. А, ясно, понятно. Ясно. Что меня такое задевало? Вот он. Надеюсь, он еще работает. Я тоже на это надеюсь. Давай проверяй его, а я здесь посмотрю. Вдруг что полезное. Но, к сожалению, ничего. Раз. Народи ветро. Вашего появления. Мы те, кого вы зовете невидимыми наблюдателями. Вы приступили запретную черту, и теперь познаете наш гнев. Бурман, хорош дурачиться. Товарищ полковник, я починил громкую связь. Отсюда, оказывается, можно лифтом управлять. Включаю. Поехали! Невидимые наблюдатели. Да как можно в них верить после того, как этот шут так загадил поляну? Не то слово. Ну, давай, нажимай кнопку. Поехали. Удачи вам, мужики! Будем за вас болеть. Я, наверное, зря все патроны. Мы опускались в самое чрево древней цитадели. И меня било зноб. Мы были в шаге от обладания мощнейшим из оставшихся на земле оружий. Имели ли мы право воспользоваться им? Что-то мне не нравится название этой части. Но я думаю, мы узнаем, что он означает уже в следующей серии. Пока что я прощаюсь с вами. Желаю вам удачи. И пока!